Тюменцы Латыповы с энтузиазмом подключились к всероссийскому проекту «Всей семьей». Как раз сейчас выполняют очередное задание. Нужно вместе прокатиться с горки, запечатлеть этот момент на фото и выложить на своей странице ВКонтакте с хэштегом «Всей семьей». Супруги признаются, такие задания им по душе. У нас есть традиция каждую зиму лепить пельмени. Мы как раз попали на это задание первым. Было очень легко и вовремя. Сейчас все дружно покатались. Вы стали свидетелями. Поедем есть пельмени теперь. Несмотря на то, что мы проводим все вместе время, мы забываем запечатлеть эти моменты. А тут как бы и повод для этого. Каждую неделю новые задания. Вместе нарядить елку, сходить за покупками или приготовить ужин. Тысячи семей по всей России. А это снимок Рыковых из Новотроицкого Нижнетавдинского района. Семья известна в селе как бесподобные организаторы колядок. В проекте «Всей семьей» намерены участвовать до конца. Все задания доступны, легки, и поэтому никаких сложностей в участии не представляется для нас. Мы рады участвовать и будем продолжать эту деятельность. А это уже кадры из Упоровского района. Там в семье Черепановых не только выполняют задания, но и придумывают новые на лето. Допустим, отдых в лесу. Или за теми же грибами, или прогулка в лесу, что-нибудь такое. Это грибы для нас, это вообще, мне кажется, такая-то. Не то, что вот хотим мы их или как-то, но просто вот само вот это вот, когда собираешь грибы, ходишь по лесу, это прям очень интересно. Присоединиться к проекту можно до 10 марта. На кону увлекательные путешествия по стране, подарки от партнеров и масса приятных впечатлений. Ирина Ищук, Владимир Кондратьев, Тюменская служба новостей.